Добрый день еще раз, уважаемые дамы и господа. Если меня слышно и видите картинку перед собой, просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией. Для тех, кто, возможно, первый раз включил наш обзор, вкратце повторю план, то, что мы обычно рассматриваем. У нас обзоры выходят два раза в день, с утра в 9:45 по Москве и в 14:30 соответственно. На уточных обзорах мы рассматриваем ситуация прошлого торгового дня с точки зрения выхода важных новостей, как они повлияли на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем важные события, новостной фон, ищем возможности для входа в сделки, точки входа, и определяем цели по нашим операциям. И на дневном обзоре, то есть мы уже мониторим, во-первых, наши открытые уже позиции, и также смотрим возможность открытия новых сделок, да, то есть опять же мониторим точки входа и цели. Так, ну что, пока что-то не вижу, что у нас со звуком, что с изображением. Сегодня у нас небольшие были проблемы со звуком. Сейчас, надеюсь, все будет в порядке. Звук должен быть. Так, что у нас? Вижу. Людмила у нас первый плюсик поставила. Так, ну ладно. А если вдруг со звуком плохо будет, уже знаете, что делать. Пишите, звоните. Так, ну тогда начнем. Начнем с евро-доллара. В принципе, ситуация по евро-доллару особо не изменилась у нас с утренней ситуации. То есть еврик у нас сегодня, в принципе, находится в узком, очень узком диапазоне, во флете, можно сказать. То есть постоянно мы консолидируемся у границы 1.15. Вот, поэтому вне рынка, вне торговли. Ждем, собственно, пробития, да, пробития уровня 1.15 на 4 часовке. И дальше уже, как мы с вами утром разбирали, то есть ждем возможности, да, уже для входа, ну и заодно увидим разворот. Разворот, собственно, коррекции, да, то есть конец коррекции и движение уже по тренду, возобновление движения. Вот, то есть ждем пробития 1.15, ну, возможно сегодня мы это увидим вполне. То есть, ну и прежде всего ждем открытия Америки через час, буквально повышение волатильности. И дальше уже ищем возможность. Поэтому сегодня, уже после нашего с вами семинара, смотрите, евро-доллар мониторьте на 4 часовке. Как только пробиваем, ну, здесь у нас цели есть. Собственно, есть глобальная цель 1.1623. Ну и есть цель также по тейку. Это формирование предыдущего максимума локального по телу свечи, это, соответственно, цена 1.1593. То есть, ну, здесь, в принципе, неплохо, в районе 70-80 пунктов можно будет взять. Поэтому ждем. Что касаемо фунта, вот здесь фунт движется сегодня поинтереснее гораздо. Изначально, да, образовали мы минимум, потом, соответственно, у нас что с утра, как раз когда мы проводили, то есть была консолидация на 4 часовке, я все смотрю, и дальше опять у нас была свеча, это уже как раз на новостях, собственно. Вот она, это новостная свеча, движение вниз, открыта силовая позиция у меня. Сейчас мы видим, свеча вот буквально совсем недавно, да, на полчаса
Немного мы выросли, вот, то есть опять же ждем Америки. Главное то, что мы увидели сегодня снижение, то есть в любом случае вот сейчас, да, идет образование локальной границы, локального минимума. И если мы посмотрим, да, то есть вот этот минимум, он у нас уже образован ниже, чем предыдущий. Вот он у нас предыдущий на 4-часовке. То есть это признак того, что фунт у нас уже теряет свое движение, именно восходящее движение теряет ход и идет на разворот. На разворот. И очень важный момент, конечно же, это пятница, да, это данные по нонфарму, которые уже определят, думаю, дальнейшее настроение как раз у крупных участников в отношении данного инструмента фунт-доллар. И на следующей неделе мы уже увидим хорошее однонаправленное движение. Вот. И опять же, возможно, увидим разворот. Разворот уже вниз, да, движение уже к нижним границам, нижним уровням, прежде всего это 1.4071. Вот, ну, посмотрим, пока еще, конечно же, об этом говорить рано, именно утверждать, да, по факту, нужно смотреть обязательно. Вот, поэтому здесь мы только пока предполагаем. Так, что у нас тут? Про поток пропал только у меня тоже все пропало. Ну, если поток пропал, я думаю, вы уже знаете, что делать. F5 нажимаете, и все должно быть в порядке, возобновиться. Бывает такое, у меня тоже бывает. Иногда пропадает F5, все должно восстановиться, видео. Давайте перезагружайтесь, я пока чуть-чуть подожду. Вот у меня тоже, пожалуйста, следом за вами тоже поток пропал. Я сейчас просто F5 сделаю, и все будет в порядке. Так. Ну вот. Перезагрузка помогла. Так, ладно, идем далее. Значит, фунт, да, есть уже. Фунт ждем дальше. 4-часовка у нас у меня открыта, да, открытая сделка. Профит у меня в районе цели 1.4402. Достаточно неплохой уровень был до этого. Поддержка сейчас он является. Пока, в принципе, с точки зрения технической картины, да, то есть складывается как раз в пользу уже разворота тенденции вниз. Вот. Со временем посмотрим, то есть завтра, сегодня, завтра, послезавтра, следующая неделя, то есть нам уже покажет. Да, то есть пока вот это первый признак, да, то есть я вам говорил на 4-часовке, когда у нас минимум формируется уже ниже предыдущего на 4-часовке, вот это и есть первый признак. Вот, сейчас будем смотреть, что нужно смотреть. Нужно смотреть образование локального максимума. И если максимум будет также сформирован ниже предыдущего, вот он у нас предыдущий максимум, то есть это у нас получается, ну, 3-е число, да, за вчерашний день. Поэтому вот здесь мы уже после того, как у нас максимум сформируется, можно уже однозначно заходить, спокойно заходить в продажу. Да, если у нас, к примеру, следующий там где-нибудь у границы 1.4652 сформируется, да, то есть и на развороте от этого уровня спокойно заходим в продажу.
Вот. А сформироваться, то есть он может, в принципе, да, то есть он может сформироваться вполне, например, сегодня, да, он может сформироваться завтра, но в любом случае нужно этого ожидать. Вот, и дальше уже заходить в позиции. Так, далее, франк. По франку у нас пока видим, франк у нас во флете находится, ушел без особых движений. То есть находимся мы в пределах, да, уровней. Первый это 0.9585 и 0.9484. В таком коридоре. Ну и мы уже с вами говорили сегодня с утра. Ждем, что касаемо движения, да, движения наверх, укрепления американца против швейцарца, ждем пробития зоны 0.9585 наверх. И здесь уже будем думать о покупках. Короткие покупки. Первая цель, собственно, 96.13. Вторая, более глобально, 96.59. Сюда, в эту зону. Вот. Поэтому пока ждем по-прежнему не рынка. Ну и ждем Америку. Открытие. С утра мы об этом говорили. По иене. Иена у нас опять, видим, потихоньку разворот идет на укрепление. Сформировали мы очередной, уже теперь точно очередной максимум на 4-часовке, он виден. Вот этот максимум, конечно же, гораздо ниже, чем предыдущий. Поэтому здесь пока разворотом, конечно, и не пахнет в любом случае. Поэтому дальше продолжаем следить, продолжаем смотреть. Плюс в связи с тем, что опять же идет отражение того, что с фондовым рынком прежде всего, да, не так все гладко. Фондовые индексы, по крайней мере, вчера, да, то есть показали снижение в связи с девальвацией юаня, да, то есть, ну и отсюда вот мы, скорее всего, видим отражение уже на текущей ситуации укрепления иены, да, по отношению к американскому доллару. Вот, ну и плюс, когда откроется Америка, дальше уже посмотрим, возможно, увидим еще усиление тренда вниз. Вот. И сейчас, кстати говоря, на развороте у меня понятно, да, то есть у меня уже открыта, в принципе, сделка мне на добавление, да, то есть я об этом говорил, к добавлению на 4-часовке тоже вот очень важное. Вот как раз видим, да, сейчас вот есть ситуация, когда можно добавиться. Вот, и добавление уже с целью вот сюда, как минимум, да, то есть тут получается 90. Так, сейчас к формированию предыдущего минимума. Ну да, где-то 99 получается. Вот здесь давайте я сейчас зайду в sell. Так, стоп за уровень. Тейк поставлю, собственно, к формированию предыдущего минимума, да, то есть у меня тейк получается вблизи цели 105.07, он не менялся, новый, соответственно, вблизи формирования минимума. Вот, посмотрим, в принципе, есть большая доля вероятности уже на развороте, да, то есть уже по тренду максимизировать прибыль по паре доллар-иена. Вот, то есть сейчас вот ситуация как раз на 4-часовке. Я вам как раз и говорил, да, то есть нужно дождаться формирования второй свечи на 4-часовке. Вот, оно есть сейчас. Следующая свеча, мы видим, тоже черная.
поэтому вот очень хорошая возможность появилась. Вот, ну сегодня мы видим, в принципе, динамики особо нету, но потихоньку, помаленьку, все равно маленькими шагами иена укрепляется сегодня. Без особой, конечно же, динамики. Далее, канадец. Канадец мы видим, пока двигается доллар-канадец, да, двигается наверх пара, вот, ослабление идет канадского доллара. Находимся мы по-прежнему в диапазоне 1.2687 и 1.2779. Движение. Пока видим, у нас формируется зона коррекции движения. По-прежнему находимся мы в нисходящем среднесрочном тренде. Вот у нас хорошо это видно. И дальше будем смотреть. Ну, по доллар-канадцу на самом деле, да, то есть если смотреть больше уже в будущее, да, и ориентироваться на это. То есть нужно как раз ожидать пятницу данные по нон-фарму. По нон-фарму как по Канаде, так и по Америке. То есть там в одно время данные выходят. И, по-моему, смотрел по Канаде у нас вообще по прогнозам все у них печально. Там, по-моему, у них и рост безработицы процентном соотношении идет и снижение количества новых рабочих мест в отраслях, тоже снижение, причем цифры, конечно же, разнятся, то есть огромная разница идет. Вот, если действительно так оно и будет по факту, то, конечно, увидим снижение канадца и даже, думаю, рост, постепенный рост рынка черного золота, ну, по крайней мере, на пятницу точно не поможет, чтобы укрепить канадец. Вот, поэтому посмотрим. Опять же, мы уже знаем все, что по факту у нас цифры могут быть выйти совсем другие, потому что различия, конечно же, очень, очень сильные между прогнозом и фактом прошлого периода. Поэтому тут тоже надо насторожиться, но в любом случае для торговли доллар-канадец, ну, будет именно с точки зрения прогнозов будет достаточно привлекательным. Вот, и я в свою очередь попробую уже поторговать по данному инструменту на новостях. Вот, поэтому, что с точки зрения технического анализа, да, то есть мы с вами говорили с утра, ждем выхода наверх, да, то есть, во-первых, пробитие границы 1.2779 на 4-часовке, да, то есть, ну и тут у нас открываются цели для дальнейших движений. Первая цель — это уровень 1.2865 и следующее — это 1.29 сюда, в эту зону. Вот, поэтому будем смотреть. Возможно, сегодня на открытии Америки мы это увидим. То есть, в принципе, для нас как раз вот, по большей части, да, приоритетом является как раз вот доллар-канадец и доллар-франк именно открытие Америки. То есть Америка, здесь уже будет американский доллар являться определяющим фактором по дальнейшему движению. Вот. Что касаемо австралийца, вот австралиец, собственно, продолжает у нас идти потихоньку вниз. Вот. Сегодня мы увидели еще небольшое снижение. Вот сейчас у нас у меня открыта сделка на продажу, она была открыта днем на развороте как раз движение вниз. И цель здесь, в принципе, небольшая, там в районе 38-40 пунктов, вблизи границы 0.7443 сюда идет. Стоп тоже короткий за сегодняшнюю сформированную вершину. Максимум, так называемый ценовой,
Вот поэтому будем смотреть, опять же, открытие Америки, посмотрим. Ну и плюс, сегодня мы уже посмотрели мы новостной фон. Сегодня у нас данные от ADP выходят, вот, которые, в принципе, должны быть положительными по сравнению с предыдущим значением. Вот, поэтому можно ожидать такого краткосрочного роста. Так. Почему вы продали еще раз доллар иену? Там же уровень 106.50. Не знаю, нету там никакого уровня, я не вижу, по крайней мере, я не знаю, откуда вы его взяли. Там есть ниже уровень, 105 ровно диапазон, но здесь, как я уже говорил, да, говорил с утра, сегодня также, если у нас сегодня образуется граница, то есть зона коррекции, вот она, которая была вчера, эта коррекция закончилась сегодня. И вторая четырехчасовая свеча нам это показала, конец коррекции и возвращение цены по тренду. Это, собственно, хороший, достаточно неплохой сигнал для продажи, да, продажи по данной валютной паре. Ну, то есть и движение уже по тренду. Поэтому зашел, добавился еще плюс к тому, что у меня было уже, в принципе. Так, надеюсь, понятно. Золото было, а то опоздал. Нет, Владимир, золота еще не было, мы все в процессе, поэтому все нормально. Так, значит, доллар канадец, здесь тоже, надеюсь, понятно, то есть тоже ждем. Ждем ситуацию, ждем выхода из данной границы, ну и дальше уже будем думать, что делать с ним. Вот, на австралиец остановились, да, то есть австралиец, у нас идет движение вниз, да, нисходящий тренд. На 4 часовке мы видим разворот, да, уже однозначно. И открыта позиция, да, то есть короткая, до цели 0.7443, то есть в пределах 38-40 пунктов цель стоит. Дальше будем мониторить, смотреть. Ну, сегодня ожидаем закрытия. Если плюс к тому же, да, мы сегодня, к примеру, сможем пробить границу вот эту нижнюю 0.7443 на 4 часовке. Поясню, да, на 4 часовке обязательно ждем. А дальше уже открываются у нас просторы, да, для продаж. Следующие цели будут у нас 0.7384 и 0.7350, 0.73 ровно, соответственно. Вот, поэтому будем смотреть. Главное, конечно же, это Австралия, да, то, что есть эффект именно, во-первых, ослабление инфляции, да, ослабление ВВП. Все это, конечно же, негативно отражается со временем, да, не сразу, конечно же, но со временем негативно отражается на курсе национальной валюты. Ну и крупные участники, конечно же, мониторят данную ситуацию, то есть смотрят статистику от Резервного банка Австралии, да, которая была совсем недавно. Вот, все это может привести к дальнейшему снижению австралийцев против американцев, несмотря на то, что американец тоже находится под давлением. Да, здесь вот такая ситуация. То есть здесь надо рассматривать две стороны медали. То есть американский доллар и австралийский доллар. То есть американский доллар находится в целом под давлением, и австралийский доллар еще находится под давлением. И тут уже надо смотреть, какой актив находится
сейчас под большим прессом, под большим давлением. Вот на текущий момент пока австралийский доллар находится под большим давлением. Почему? Потому что те данные, которые вышли, да, они были совсем недавно, да, то есть, и, конечно же, пока на эти данные реагируют прежде всего крупные участники и также реагируют обычные трейдеры. Вот, поэтому что касается разворота, да, и движения, продолжение движения вниз вполне вероятно, да, то есть и в принципе я его ожидаю. Вот, поэтому открыл, будем дальше смотреть. В принципе, ну, да, тут уже была даже прибыль в районе 22 пунктов. Вот сейчас дальше с открытием Америки посмотрим. А что касаемо новозеландца, вот здесь ситуация получше с новозеландцем. Консолидируемся мы пока у уровня 0.6890. По-прежнему пока что-то сделать не удается. Ждем разворота на 4-часовке, пока у нас разворотом и не пахнет. Вот, а разворот у нас есть зона, вот эта вот зона 50 по FIBA, да, там, скажем, это уровень 0.6922. Вот, ждем движения сюда, и уже после того, как мы эту границу пройдем, то есть здесь уже можно будет думать о покупках, то есть уже разворот будет. Да, то есть конец коррекции. Пока сложно сказать, что коррекция у нас закончена. Вот, и тренд у нас по-прежнему восходящий. Правило формирования восходящего тренда у нас выполняется. Да, то есть пока у нас минимум, который сформирован, был предыдущий. Да, он был у нас сформирован 28 числа. Он у нас находится на уровне 0.6821. Вот, и пока мы видим, что цене еще далеко до данной границы, да, и в принципе пока движение вот затормозилось, да, и возможно пойдет разворот опять наверх. Вот, и как только пойдет разворот наверх, здесь уже будем думать о покупках. Так, Игорь, по золоту, до золота еще не дошли, вот как раз и золото. Собственно, что у нас с золотом ситуация? С золотом ситуация пока мы видим, дошли мы все-таки до уровня, видим, 1277.03, нижняя граница. Есть у нас зона, на текущий момент зона коррекции. Пока мы коррекцию не прошли. Пока ждем, что если у нас будет конец коррекции, ждем разворота, да, то есть либо отскока уже от данной границы, что вполне возможно, в принципе, 1277.03, разворота наверх на 4-часовике ждем образования белых свечей, да, то есть сначала ждем первую свечу, потом на второй, если у нас появится вторая, на 4-часовике вторая белая свеча, то здесь уже можно будет открывать покупки по золоту. Ну и как минимум, да, то есть у нас целью для покупки будет зона 1297.39 сюда. Вот. И если мы со временем сможем обновить максимум, да, то есть это будет означать то, что у нас тренд продолжается. Ну, вот. Так, пишут, у вас стоп сработал. У меня по золоту сегодня. Вернее, золото у меня открыта была позиция, то есть не сегодня она была открыта вчера. Вчера она была открыта на покупку. Вот, ну и сегодня, собственно, уже движение вниз, закрылась у меня сделка. Вот, поэтому здесь пока я по золоту вообще в принципе не рассматриваю.
на позиции, да, допустим, буду ждать разворота. И дальше уже открывать сделки. Потому что ситуация, которая была, да, у меня, в принципе, здесь вот как раз на вот этом вот движении, ну, раньше времени, опять же, зашел, да, то есть, ну, и зашел в покупку раньше времени, не дожидаясь, да, уже самой коррекции, начала коррекции, ну, собственно говоря, поплатился. Вот, то есть такое бывает, да, ну, прежде всего бывает, когда ты раньше времени заходишь, и если раньше времени заходишь, конечно, тут нужно стопы ставить, ну, гораздо дальше, нежели у меня стоял по золоту, поэтому поплатился, скажем так, за то, что раньше времени зашел. А так, сейчас пока вот у нас идет именно последние вот уже три, буквально, да, там последние три часа, 2-3 часа, мы консолидируемся как раз вот у этой нижней границы, уровень 1277.03. Все, и здесь смотрим, главное, ожидаем открытия Америки, дальше уже, если мы увидим разворот, да, то есть, ну, будем открывать покупки. Вот. Если сегодня у нас увидим данные, положительные данные по Америке, да, то есть, что возможно в краткосрочной перспективе сегодня, да, конкретно сегодня может укрепить еще американскую валюту, да, то вполне увидим и дальнейшее снижение, да, то есть продолжение коррекции. И, собственно, пробитие зоны 1277.03. И движение, собственно, к такой более уже глобальной границе 1263.52 сюда, в эту зону. Вот, если это произойдет, движение, тут, в принципе, тут расстояние-то маленькое, ну, 9.923. В принципе, можно, почему нет, на 4-часовке дождаться пробития и вот здесь как раз короткую силовую позицию против тренда, конечно же, тоже вы должны это понимать, но, в принципе, короткими сделками можно, да, то есть можно очень осторожно против тренда открывать позиции. А так вообще, конечно, если у нас в рамках тенденции, а мы видим, что в принципе пока разворот далеко очень, разворот тренда, то есть разворот тренда нужно ждать пробития прежде всего зоны 1227.35, движение вниз, то есть как только у нас минимум, предыдущий минимум, вот он, который у нас был на 4-часовке, он будет пробит, то здесь уже можно будет спокойно думать о продажах и о развороте. Вот. Но пока вот это есть зона коррекции, да, то есть и в этой зоне коррекции движение вниз тоже можно осторожно очень. Осторожно торговать и зарабатывать именно короткими такими сделками. Вот, поэтому будем ждать, смотреть. Так, и у нас есть пара доллар-рубль, который видим, что в первой половине дня, да, сначала увидели рост. Да, то есть сейчас мы видим опять снижение, движение вниз, опять укрепление рубля, и идем мы на закрытие гэпа, собственно. На закрытие гэпа, поэтому сейчас, в принципе, нужно подождать еще открытия Америки, посмотрим. И если мы на открытии Америки продолжим движение вниз, здесь можно будет открыть позицию на продажу, да, с целью как минимум к уровню 65.23 и как максимум это, соответственно, цель 64.63 нижней границы, вот сюда. Вот, но это будет только вот через полчаса, да, уже когда Америка откроется. И уже посмотрим главный, да, сегодня данные от ADP.
Дальше уже кто торгует по доллару-рублю, кто активно следит за ним, вот можно будет уже сесть поторговать. Так, ну что, в принципе, все мы с вами разобрали на сегодняшний день. Сегодня у нас пока день с точки зрения волатильности, динамики, да, ну, такой вялый достаточно. Вот. В принципе, понятно почему, потому что новостного фона у нас сегодня, в принципе, того, которое может действительно повлиять на динамику, у нас особо не было, то есть важных новостей. Все, что у нас было, да, самое важное, уже, в принципе, закончилось, прошло у нас еще на той неделе, в конце месяца, где действительно мы увидели хорошую динамику, хорошее движение, да, и зарабатывали на этом движении. Вот поэтому ждем уже сегодняшнего вечера, ждем завтра, да, и ждем, главное, ждем пятницы, вот, где уже действительно можно определить настроение крупных участников. Если вдруг по Америке мы увидим плохие данные по рынку труда, что, конечно же, ну, достаточно сомнительно. Почему? Потому что на протяжении уже, ну, на протяжении 8 месяцев мы видим хорошую очень ситуацию, хорошую статистику по рынку труда. Вот, то есть, и если смотреть в целом, да, экономику, то вот именно рынок труда, да, несмотря на всю ситуацию, сложность, да, продолжает расти, да, то есть со спадом, собственно, инфляции, да, то есть со снижением уровня ВВП, да, то есть плохими прогнозами заказов, со снижением торгового баланса, да, то есть экспорт-импорт, все равно, то есть рынок труда находится на очень хорошем уровне сейчас. Вот, поэтому посмотрим данные. Вот, если выйдут данные плохие, ну, тут уже, думаю, американский доллар уже не спасет ничего. Именно вот в ближайший месяц, да, именно от давления, дальнейшего давления, и вполне можем увидеть уже обновление по всем нашим основным инструментам, обновление среднесрочных максимумов. И по евро можем увидеть, и по фунту спокойно можем увидеть, вот, и по канадцу, и по иене, и по золоту. То есть все это будет определяться опять уже вот буквально в пятницу. Посмотрим. Все, на сегодня все. Всем спасибо, всем удачи, всем хорошего дня, хорошего вечера. Вот, и следите за Америкой, данные от ADP, мониторьте. И дальше уже посмотрим. Встречаемся уже завтра с утра в 9:45. Всем спасибо, всего доброго и до скорой встречи.